1200 километров пешком по национальному парку региональное отделение Общероссийского народного фронта отправило экологический десант в Самарскую Луку. Цель – составить интерактивную карту с местами, где необходима уборка. В составе экспедиции участники от 13 и старше. Наша съемочная группа пообщалась с волонтерами перед самым отплытием. Палатки сложены, рюкзаки собраны, и настроение, что называется, походное. Фото на память тут же отправляется в социальные сети. Ближайшие 10 дней подросткам придется провести без гаджетов. Поход! Поход! 54 человека не просто путешественники. Экологический десант в национальный парк Самарская Лука отправляются выявлять проблемные места заповедника. Кирилл закончил школу, собирается стать теплоэнергетиком. Признается, инженеру в этой отрасли, как никому другому, необходимо понимать важность охраны окружающей среды. Поэтому сам к теме относится серьезно. Мы, когда выбираемся всей семьей на природу, мы все с собой убираем. Природа загрязняется, и с каждым годом все хуже и хуже природе. Ну и как-то надо поддерживать, чтобы это как бы наш дом, мы живем в нем. Экологический поход проводит региональное отделение Общероссийского народного фронта. Делегация 6-я по счету и самая большая по численности. Мы акцент нашей акции делаем не просто на экологическое образование, а мы делаем на то, что на территории нашего национального парка будет составлена, я допускаю, что не полная карта всех мест, где будет незаконно складируется мусор. Данная карта будет передаваться в наш федеральный штаб. В программе встреча с экологами, специалистами национального парка, фотографами и 1200 километров, которые преодолеть придется пешком. Впрочем, и на отдых время останется. Главное, чтобы после него не осталось следов. Дарья Фельбыш, Александр Дмитриев, Новости губернии.